Всем привет, и сегодня у нас обзор новой игрушки под названием City Car Racing. На самом деле не понимаю, почему в названии указывается City, на самом деле мы являемся водителем некоторых машин известных брендов, правда под измененными названиями, которые вы сейчас видите на экране, и управляем мы их на нескольких локациях, в частности это поле, это дорога и это горные какие-то тропинки. Начнем, пожалуй, с горного, потому что, ну, думаю, эта трасса одна из самых красивых, хотя назвать в этой игре что-то красивое я, опять же, не могу. Модели машин сделаны довольно-таки неплохо, и самая главная фишка этой игры заключается не в том, что нам дается трасса, мы должны по ней ехать, а в том, что все машины очень близки к оригинальным. То есть, ну, по-настоящему, если вы сейчас видите эту машину красную, то она вам может напомнить машину под названием Renault Logan. Довольно-таки известная машина и довольно-таки классная. Не знаю, мне в принципе игра довольно-таки сильно понравилась, но опять же в ней есть несколько минусов. Теперь о минусах. Снизу, как вы видите под машиной, указаны несколько значений. Это ABS, ESP. Те, кто хоть как-то продвинуты к машинам, ну или даже немного слышали о них, знают, что ABS — это система скольжения машины для того, чтобы она не улетела с дороги. Короче говоря, это та штука, которая не помогает машине вылететь с трассы на большой скорости. На самом деле, пробовал эту систему, тут она совершенно не работает. И что ABS, что ESP, они совершенно никак друг друга не восполняют и работают довольно-таки плохо. Машина ломается так, как вы видите, то есть все сделано довольно-таки криво. И даже повреждения машины, они не натуральные, она мнется в пластилин. Машина ломается, если нажать сверху на стрелочку назад. То есть мы поднимаемся, по сути должны вывести себя из косячного места, но на самом деле просто на это же место и падаем, похоже, с большей скоростью. Есть несколько видов, есть вид спереди, вид сзади подальше, есть вид из кабины, который продемонстрирую подальше. Подальше видео имею в виду. Крыша машины также не ломается. Данная цель игры просто вождение. Вождение по городу, и это не самое... Не знаю, мне, честно говоря, эта игра не особо так уж и понравилась. Опять же, если не в что поиграть, то, думаю, в наше время как не во что поиграть, думаю, все-таки можно найти, то эта игра истинно для вас. Если вы еще симулятор какой-нибудь, не знаю, вождения, то, опять же, можете скачать, попробовать. Подписываемся на канал, ставим лайки, пробуем сами, скачиваем, подписываемся в комментариях. До встречи.